В Дагестане продолжаются поиски Ахметнабина Жмутдинова. Уроженец села Черняевка Кизляровского района исчез на прошлой неделе. Местные власти заверяют, что поиски ведутся с подключением всех сил. Правда, пока ничего конкретного сообщить не могут. Одновременно силовики намекают, на Жмутдинов мог присоединиться к повстанцам. Однако отец Ахметнаби категорически отвергает такую версию. Родственники не исключают того, что его могли похитить сами силовики. Накануне в Кизляре прошел митинг с участием родных пропавшего дагестанца. Они предупреждают, если его не найдут, акция протеста продолжится.